Саныч говорит. А Саныч констатирует факт, что Барселона наварила себе четвертьфинал. Да, по игре каталонцы выглядели солидно, уверенно и заслуженно победили 3-1. Но два гола из трех Барселона провела после долгой варизации спорных моментов. Сначала Лангле после подачи углового в жесткой борьбе послал мяч в сетку ворот, после чего турецкому арбитру Чакиру понадобилась подсказка варовцев, чтобы принять верное решение. Затем при помощи того же вара был отменен красивый гол Лионеля Месси, который немножко подыграл себе рукой. И не будь системы видеоповтора, вышел бы себе такой повтор Марадоны 1986 с англичанами в четвертьфинале мексиканского чемпионата мира. Но у нас 21 век на дворе, новые технологии, которые привнесли в футбол больше справедливости. Но, как говорится в народе, Бог дал, Бог взял. На сей раз все произошло наоборот. Сначала взял, потом дал, вернее отдал. Все тот же Месси в борьбе опередил любящего повозиться с мячом Кулибали. И в момент, когда сенегальский француз занес ногу для удара, аргентинец успел вставить между Кулибали и мячом свою буцу и получил по ногам удар. Поначалу Чакир остановил матч из-за того, что на поле корчились от боли Месси с Кулибали. И даже казалось, что это Лионель сыграл грубо. Но после вара выяснилось пенальти. Луис Суарес поставил жирную победную точку, которую даже не испортил ответный пенальти от Наполи. Вот и выходит, что Барселона наварила себе четвертьфинал Лиги Чемпионов 2020. Кстати, второй гол в матче Месси также забил в борьбе, когда падал, вскакивал и опять падал, но в окружении четырех соперников разительный удар все-таки нанес. Гений, он везде и всегда гений. Кстати, Барселона наглядно продемонстрировала заклятым друзьям из Реала, как нужно выходить из-под прессинга и, главное, реализовывать свои моменты. Поэтому Барса в четвертьфинале Лиги Чемпионов будет всем дарить супер-триллер с Баварией. А реаловцам только и остается, что с грустью наблюдать за этим захватывающим действием. На этом у меня сегодня все. Подписываемся на канал Футбол Вицаныча, ставим лайки в подобайки. Активничаем в комментариях. Всегда с вами Саныч.